В Бресте много памятных мест, посвященных героям Великой Отечественной войны. Чтобы помочь гостям и жителям города сориентироваться в местонахождении этих пунктов на карте, библиотека имени Пушкина собрала их координаты на едином справочно-информационном библиографическом ресурсе. Но это далеко не все проекты, реализуемые в данном направлении сетью брестских городских библиотек. Мы собираем различные, это могут быть и первичные источники информации, например, документы. Работаем с близкими, родными, потомками тех людей, которые воевали. И вторичные источники информации, библиотеки, большие, богатые фонды, еще начиная с советских времен, где сохраняется очень много информации о том периоде. Поэтому вот так мы собираем буквально по крупицам информацию о людях, о героях, переживших ту войну. Проекты, призванные изучать и сохранять память о Великой Отечественной войне, есть не только в библиотеках Бреста, а потому их сотрудники решили объединиться и поделиться друг с другом этим бесценным опытом. Для этого был организован международный семинар «Библиотеки и хранители военной памяти», посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. Как сейчас модно говорить, хедлайнером нашего сегодняшнего семинара выступает Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени Рудамино. Это крупнейшая российская библиотека, которая представит два уникальных проекта, которые они реализуют совместно с Нидерландами по восстановлению имен солдатов, погибших на территории других европейских стран. И нам очень почетно, что в одном из этих проектов, этапов этого проекта предложено участвовать и нашей Центральной городской библиотеке имени Пушкина. Мы очень рады, что все партнеры, которым мы написали, а это участники большого конкурса библиотечных проектов именно по тематике как библиотеки и хранители памяти, свидетели победы, откликнулись к нам. Мы ставим своей задачей максимально представить свою работу. Будет выступать заведующий нашим информационно-биографическим отделе с проектом информационный библиотечный сайт как главный ресурс о войне. Онлайн-формат позволил увидеть и услышать выступления библиотекарей, ведущих методистов, журналистов, писателей из Беларуси, России и Нидерландов, а также достойно представить себя. Семинар – отличная площадка для обмена опытом и общения, а потому работа в данном направлении будет развиваться. Людмила Логодище, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.